Итак, здорово, пацанючек. С тобой я, Кирилл. Я продолжаю прохождение Resident Evil 4. Это уже у нас второй сезон, шестая серия. Ну, как видишь, собственно говоря, я сейчас отдыхаю, у меня выходной. Я уже сейчас не в пиджаке и в том жарком пиджаке, в котором запарился, блин, уже пипец. Наконец-то я в нормальной футболочке. Так, своей родивой, в которой записывал первый сезон, первую, вторую серию, как ты помнишь. Ну, и пятую серию записывал. В общем-то, и не важно. Так, секундомер я засекать не стал, хотя стоило бы, конечно. Да просто у меня телефон сейчас заряжается, из-за этого я это... Хоть сейчас, секундочку, мальчик, сейчас, погоди. На паузу сейчас поставлю этот секундомер, засеку и вернусь. Жди сейчас. Так, ну все, я вернулся, продолжаем, пацанючек. Итак, мы в прошлой серии были, конечно, довольно фейловыми. Да, особенно четвертая серия, это было что-то. Ну, как ты, как мы вчера с тобой ржали, когда я там подыхал. Игра меня полностью унижала. Там все такое, мне не было даже видно в кадре из-за того, что меня игра настолько унизила, что даже мою голову не было видно. Ну ты сам это видел. Да, мальчик, и у меня к тебе одна небольшая просьба во время просмотра прохождения. Лучше не говори ничего, потому что ты не слышишь, что я говорю. Я тут бывает говорю что-нибудь очень жрачное и интересное. Так, ну музыку я включать, наверное, сегодня никакую не буду, из-за того, что у меня сейчас телефон заряжается. Да и момента, в принципе, таких не будет особо сложных, чтобы аж под музыку снова проходить. Ну да, музыка-то, конечно, меня вдохновляет. Секундомер я засек уже, музыка, конечно, меня вдохновляет, и я начинаю проходить просто без урона, как мастер Йода. Итак, собственно говоря, мы, ну, не вышли, ну, чуть-чуть вышли из замка, ну, не полностью, так, гуляем вот тут по окрестностям. Так, и скоро нам встретится новый персонаж, пацанючек, и новая озвучка. Ну, ты знаешь, это Ада Вонг, но кого я поставлю, это уже дело пятое. Ну да, сейчас я поступил глупо, спугнул ворон, да и пофиг на них. Пошли они в жопу. Неохота мне на них еще пули тратить, на этих ворон тупых. Пускай живут, все-таки это животные. Тем более мне, ну, тем более тут, конечно, вороны тоже, они одержимы, но да пофиг на них вообще. И поддаются закрыто с другой стороны. Если мне кто-нибудь поможет, я смогу попасть на другую сторону. Кто тебе поможет? Ты один ли он? Эшли украли. Полину эту, ну, Games Channel ее украли. Так что Степан ГТ, ты остался один. Так, мы потихоньку собираем. Так, эти гранаты, патроны тут собираем. Ну да, наверное, по Шенди все-таки ты прав. Но если ты разрешаешь, то я, наверное, все-таки буду прокачивать оружие. Ну, все-таки я прохожу просто на профессиональной, а не на реализме, как ты проходишь, как вы с Васьком проходите. Ну да ладно, так, мы входим сюда и направляемся дальше. Да, и тут у нас идет одна небольшая такая сложная локация, которая называется лабиринт, ёпта. Лабиринт это, конечно, очень тяжелый проходится. Ну, тут он сам-то не очень тяжелый, тут заблудиться, в общем, несложно. Хотя, когда я играл первый раз, я тут сильно заблудился, ёпта. Но тут самое сложное, Пашень, ты, наверное, догадался уже, что... это собаки, да, они тут будут попадаться, очень такие злые собаки. И спрашиваются, ну хрена нам вообще идти в этот лабиринт, когда вот он, дверь, он перед нами. Ну сколько она закрыта, блин. Нужно найти две детали и там две детали и ее открыть. На легкой сложности тут уже она открыта, можно сразу войти. А уже на норме и на специалисте нужно уже, к сожалению, искать две части. А чтобы их найти, нужно войти в этот лабиринт, так как они находятся именно там. Ну туда и входим. Мистер Кеннеди, still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Мизантроп херов, блин. Тупой старый мизантроп. Ну да ладно, пофиг на него, этот дебил. Как Степан ГТ тогда говорил. Я вас всех убью, лохи. Как он тоже тогда сказал, очень жачно. Я прям точку прям вставил озвучку.
Так, ну что ж, мы входим, как говорится, обратно ада, ёпта. Итак, тут начинаются собаки. Вот тут собак-то точно бесполезно мочить. С пистолета. Конечно, особенно с моего непрокаченного. И сейчас они, кстати говоря, будут. Лучше приготовить, конечно, ружье. Дробовичок. Но это, скорее всего, именно ружье, а не дробовичок. Приготовим. Ищем эти две детали. Заодно будем их искать. И поищем что-нибудь полезненькое. Как раз. Да блин, ты как-то попрыгиваешь-то. Неожиданно так вообще. Все, убили. Блин, у меня и таких аптечек-то нет, чтобы использовать. Как же мне их рык не нравится. О, спасибо, разработчик, спасибо. Я тебе вовек благодарен. Я буду у тебя посасывать. Ладно, шучу. Конечно, я пошутил. Но мне правда приятно. Спасите, насилуют. А, кстати, тут закрыто. Я лучше сделаю умное и кину мне гранату. Вот так вот сделаем. И вообще плевать на них. Хоть их даже целых трое тут было. Да они дебилы, если честно, вообще. Так, ну они, по крайней мере, не такие бесячие, как эти, как насекомые. Хотя из всех врагов, кстати, я больше всего боюсь именно собак. Точнее, не собак, а ожидание собак. То есть, когда ты думаешь, что сейчас вот он появится, тебе напрыгнет, вот это вот я больше всего боюсь. Тут у нас сундучок, но в нем просто патроны к ружью. Да ё-моё, по скрипту, скрипт! Где ты? На, сука! Еще одна! Блин, их целых две напрыгнули, но вы не охренели, ребята, блин, я же боюсь, я же... Блин. Я на вас буду жаловаться, в полицию. Пускай вас поймают, на цепь посадят и не отпустят никогда. Вы задолбали уже на меня охотиться. Собаки тупые, блин. Идиоты. Как бы сказал. Степушка ГТ. Степушка ГТ. О, вот первую деталь мы нашли, осталось еще одну найти. Так, ну это тут не такая сложная локация. Главное, чтобы у вас было ружье. Если вы подумаете проходить игру с одним пистолетом, то знайте, не смейте. Блин. Ой, больно. Я боюсь вас. Я боюсь, как вас как Немезиду в Resident Evil 3. Ну реально, ребята, ну вы меня так пугаете, но я вас так реально боюсь. Хоть заяву катай, хоть не катай, все равно вы не отстанете. Сундук, о, патроны. Как раз таки с изображением волка, похожих на этих собачек. Но это ведь не простые собаки, которые могут вас загрызть, как в реальности. Они ведь еще и просто заражены вас плагосом. Такой херотенью. Так, сейчас мы тут... Блин, я их так боюсь, в натуре, вот серьезно. Я просто волнуюсь очень. Блин, ребята, вы так особо-то меня не пугайте, я же такой пугливый. Блин, помогите мне. Ну давай, иди сюда, засало. Давай. О! Может, пистолетом это? Набили с пистолетом. Хватит на них уже патроны тратить, они того не стоят. Блин, нет, я пошутил, они того стоят. Да что ж такое-то, блин, иди отсюда. О, кстати, можно же вот тут добить пистолет. Он все равно заперти. Какая разница. Ты чё, косой-то такой? Блин, вот бесит, что он так, блин, это... Кстати, он по скрипту, это может вырваться из этой клетки. Ну, если мы подойдем чуть ближе. Кстати, да, так оно и есть. Так что лучше близко не подходить, потому что он выпрыгнет.
Тогда придется тратить патроны от дробовика. Ну ничего, все будет хорошо. Я его сам, знаю, хилую. Как следует, прямо так. Возьму его. О, вот это мне нравится. Это мне очень нравится. Такие, кстати, очень редко дают. Для меня это радость. Полные штаны. Хоть не какай целую неделю. Да блин, я пошутил. Я не про тебя говорил. Да вот. Су. Так я будто. Говорю, на и все, и ты готов. Ну лучше этих собак. Уж лучше этих собак тупорылых бить, чем тех насекомых, которые в четвертой части были. Они меня вообще так. Пец они меня вообще, блин, взбесили. Как дебилы какие-то. О, мы нашли вторую половину. Так, теперь можем их соединить. Вот они у нас есть. Так, вот. Объединить. И все. Так вот, нажимаем. Синий лунный камень, синий камень с отражением месяца. Ну, в общем, мы вставим в ту дверь и войдем. Наконец-то. Блин, тут у нас желтая трава, я вижу, находится. Как ее забрать, что-то я никак не могу понять. Да что такое-то? Я ж только что их тут всех убил. Кто бежит, я не понял. Ты, ёб, ты тут неожиданно набегаешь, тварь. Иди отсюда. Блин, бесит меня эти собаки. Не, ну серьезно, вообще капец они меня бесить стали. Сейчас, кстати, перезарядим. Кстати, вот сейчас, конечно, я этого очень как бы не хотел, но если появится собака, то придется использовать мне баллончик, так как если на меня еще раз напрыгнут, то уже отбиться от них не получится, потому что он уже отнимет уже полностью все ХП. Но думаю, такого не произойдет, если я буду правильно все делать и не тупить. Блин, как это... Ну ладно, пофиг на эту желтую траву, чего она просто хп-то... Она хп-то не прибавляет, она просто увеличивает, как ты говорил. Все, мне пофиг, собрали, мы тут чуть не собрали. Все, отсюда пора уже выбираться. Все, с меня хватит. Сегодняшняя ночь была довольно продолжительной. Все равно главное мы собрали. Баллончик мы собрали, ну, спрей. И все остальное. Итак, пацанючек, сейчас будет такой небольшой ролик с новым персонажем. Ты его будешь смотреть. Так, сейчас я вставлю. Да не это, блин. Так, вставляем. Сейчас ты будешь его смотреть. Но пока ты будешь его смотреть, я посмотрю, сколько там на секундомере времени осталось. Так что давай, смотри. Слушай новый ржач. Давай, все. Смотри. Сейчас я войду. Так, сейчас мы для начала берем пистолет. Все, смотри ролик. Все, я пойду смотреть на секундомер. И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэва на новых экранах. И теперь мы продолжаем ебашить-то! Меня раздражает он! Ну как это можно так? Че это, ебанулся что ли? Инди-хоррор. Такого у нас давно не было. О, там шлюха сгенерировалась. Заспавнился моб нахуй! Я даже не могу вспомнить. Враждебная шлюха! Хватит мне хуйней страдать! До встречи в следующей серии. И всем пока! Да, Степушка ГТ, конечно, задал жару. Оно прошло уже 13 минут где-то, или 13 с половиной. Это очень нормально и хорошо. Ты, Паша, не ругайся на меня, если я что-то вдруг пропустил. Все равно главное дальше проходить. Ну так уж и быть, как я уже говорил, буду прокачивать оружие по твоей же просьбе, потому что ты сам сказал, что застрял где-то. И ты, думаю, тоже прокачиваю уже оружие. Кстати, вот что, как-никак, но ты говоришь, что красная граната это говно, но на самом деле это не говно, потому что против этих собак, она, кстати говоря, очень эффективна. Как ты уже заметил в моем прохождении ранее, ну в этом же.
Так что не говори так про красные гранаты. Они только против эльгиганты только плохие, а вот против всего остального они, кстати говоря, очень хороши. Кстати, благодаря тебе я узнал этот секрет. Это сокровище, шпинель. Так что спасибо тебе, мальчик-пацанючек. Тут у нас опять сохранение, но прежде чем мы сохранимся, мы должны у продавца что-нибудь купить. Так, тут, по-моему, если я не ошибаюсь... А, нет, ну все. Заходим в эту комнату. Тут у нас два шкафа. Один из них открывается. Да. Получаем колечко Ахмеда... Да шучу. Какое-то зеркало. И какая-то записка. Так. Какая-то у нас тут записка. Сейчас. Да что это такое? О. Потихоньку набираем патрончиков. Ну ладно, так уж хоть буду прокачивать. Итак, не, ну в принципе, в чем плюс не прокачивания оружия, то что ты экономишь больше денег, а потом можно что-нибудь хорошее купить. Да, мальчик. А, да, сейчас прочитаем. Предательница. Кажется, среди нас есть предательница. Мы полагаем, что она связана с МКО. Какое МКО? А, Сера, блин. Мы также считаем, что именно она помогла Сера избавиться от вживленного Лас-Плагас, получить наш образец как раз перед прибытием американского агента. Вполне очевидно, что она охотится за образцом. Мы должны добраться до нее раньше, чем она вновь свяжется с Сера. Есть также предположение, что она работает на кого-то еще. Нужно схватить ее живой и допросить. Эта женщина должна ответить на все наши вопросы. После того, как мы схватим ее, Сера нам будет не нужен. Когда образец будет у нас, мы сможем расправиться с ним. Блин, это хреново, конечно. Это хреново, я боюсь, я буду жаловаться маме. Все, я побежал в кроватку. Шучу. Итак, ладно, все. Значит, блин, конечно, обидно. Пашочек, короче, мне к тебе просьба. Когда ты будешь это прохождение смотреть, ты мне все-таки скажи, где эту бабочку-то искать. Может, я ее уже пропустил. А то ты же знаешь, чтоб мне денег не тратить попусту. Так что подскажи мне, если что. Welcome! Если я, конечно, не пропустил. Но если пропустил, то придется покупать, конечно. Что же покупать? Так, ну что, давайте что-нибудь продадим. Так, лекарство. Шпинель. 10 тысяч. Так, зеркало. Ой, с рубином и жемчуг. А его надо продавать? Надо продать. Я это камень. Что-то как не могу маску найти. Ну да ладно. Думаю, нам аптечки не будут продавать. Ладно, Пашенчик, так уж и быть, Пашенди, Пасанчик, я буду прокачивать оружие, но покупать новое я не буду. Я имею в виду из этих. Не буду покупать новые модели. Старите так уж и быть улучшу. Так, мощность, ружье. Винтовка. ТМП. Кольчатые зарядки. Вот, давайте мы дадим все улучшим. Ружье. Все, все мы улучшили. Теперь мы полные крутые пацанчики. У нас все полностью прокачано. Да. Мы полностью крутые. Так вот здесь одна небольшая маленькая проблема. Блин, у меня жизни мало. А аптечку я дать не хочу. Да ладно, сейчас мы сохранимся. Думаю, на 15 или на 16 минут мы уже наиграли. Еще чуть-чуть наиграем. Давай сохраняться. Так, теперь идем дальше. А, тут же будет, по-моему, трава. Точно, тут, по-моему, должна быть сейчас трава. Сейчас мы как раз ее мы и используем. Да, вот, я же говорю, что трава будет. Мы сейчас, вот мы ее и использовали, собственно. Если тебе понравился ролик новый с новым персонажем. Ну, Адавон. Я не знаю, я просто выбрал рандомную женщину на ютубе. Скачал видео и все, и звук вставил. Я не знаю, кто это вообще. Типа какое-то женское мнение об играх. Вот это вот. Типа я. Проверил. Второе блюдо наслаждение каждое мгновение. Блин, пипец. Пушкин, блин, ёпта. Написал. Так. Сейчас мы тут войдем, соберем тут кое-что. Да, это такая серия на расслабоне, такая. Ну, это говорит, это отвечает тоже за то, что как бы я уже серьезно пострадал позапрошлой серии, как ты помнишь.
Да и после тоже немало. Тут где-то, я помню, должна быть змея, так что лучше надо подготовиться. Какой-то из этих плачат есть змея. А тут у нас золото. Золото. Так, вот где-то тут должна быть змея. Ох, успел. Я думал, она будет в том початке. Ну да ладно. Кстати, сейчас мы яйцо-то и используем, потому что у нас как раз будет. Ну, кстати, нас просто защитили патронами от дробовичка. И это меня радует, ёпта. Закидали нас просто хилками. Да шучу, какими хилками, просто сокровищем. Так. Ты бейся ты уже. Что за... А, я думал, он не может попасть. Все, вот мы вернулись там, где мы были. Теперь идем обратно. Так, сейчас мы сохранимся сначала. А, сейчас, погоди секунду, пацанючек. Позвоним. Так, и должно попасть вот в ту бутылку. В ту бутылку нужно попасть. Вот так вот делаем. И открывается эта решетка. И все, надо задолбить. Видишь, как быстро перезаряжается. Это отлично. Все, теперь мы сейчас сохраняемся, чтобы потом не начинать заново. О, у меня есть одна идея получше, мальчик. У меня идея получше есть. Так, сначала мы берем эту гранату. Блин, гады, я сейчас заплачу, уйдите. Я хочу к маме. Так. Ты, блин, уходи. Да гад ты, охренел, блин. Иди отсюда. Но. Уходи! Нет, я так не играю. Ребята, вы играете не по правилам. Чё за бред? Я кинул в него гранату. Почему он не был? Ну ладно. Дебил, этот дебил все еще там. Реально пистолет мощный стал. Смотри, как я быстро побиваю. Охрененно просто, да? Сейчас мы еще этого дебила убьем. Так и просто делаем. Падай-ха. Кстати, а почему я их так стал так быстро убивать? Я ничего не вижу. Дебил, блин. Слепой дебил. Он мне знаешь, кого напоминает? Он мне Лизуна напоминает. Для Лизуна то он более выносливый. Так, меня хотя бы знатило. Тот вчерашний мужик, который там на лавочке подошел, может, как помнишь? Эти дебилы тоже висит тут мою. Блин, он меня изнасиловать хочет. Он плохой мальчик. Я буду его бате жаловаться. Ты пошел ты. Иди уроки делай, мальчик. Домой, иди. Первоклассник, блин, школьник. Хантер, школьник. Ты что-то там давненько, что-то мы не видели хантера. Кстати, реально. Давненько мы хантера. Блин, он сейчас вырвется.
Дебил, блин. Идиот. Вот так вот вас ждем. Блин, его бесите уже, ребята. Блин. А, ну это хрень появляется. Это, она не ланшотит. Какая хрень. Блин, у меня патроны заканчиваются. Трава, блин, тут трава. Я взять хочу, я травку. Дебил, блин. Как он заметил-то? Я не понял, как? Как он заметил, я не понял вообще. Блин, ребята, вы дебил. Вы полные головорезы, как я уже говорил. В третьей части. Ну этот дебил когда-нибудь сдохнет. Я уже столько с ним не сражаюсь. Конец-то. Тупой. Все. Секундочку, мальчик. Все, мы так достаточно проходим. 26 минут. Сейчас сохраняемся. И проходим дальше. Так, сначала нужно до этого сохранения дойти. Так. Мы получили часы. Или не знаю, что мы там получили. Да, но мы их уже... Что? Или мы их вставили, что-то я не помню уже. Дебил просто этот меня отвлек. Так, ну да ладно. Так. И что нам дальше делать надо? А, все. Да, все, сейчас мы сохранимся. Так, все, сохраняемся. Все-таки хорошо, что ты не посоветовал прокачивать оружие, как я их так быстро стал убивать. Это вот это у нас существует. Ну, все-таки, наверное, да, ты, наверное, был прав. Resident Evil 5, наверное, разработчики уже специально сделали режим с пистолетом. А тут, наверное, скорее всего, до этого просто еще не могли додуматься, чтобы этот режим сделать. Хотя, может быть, будут такие версии, где такой режим будет присутствовать. Даже и будут такие версии, где тупо будет один пистолет всегда. То есть, он так, и так будет даже задумано. То есть, ты не сможешь даже ружье купить. Ни ружье, ни ТМП, тупо один пистолет. Ну, я думаю, в будущем такие версии сделают. Но мы сохранились. Так, это у нас была шестая серия прохождения Resident Evil 4, уже второй сезон. Если это понравилось, тут было особо я был на расслабоне так. Ну, все такое. Ну ладно, пацанчик, это у нас была шестая серия. С тобой я Кирилл, канал Фиг знает что. И тебе удачи тебе и пока. Сегодня будем ее смотреть. Прям сегодня, в воскресенье. Сюда приходи ко мне домой в 12 часов утра. Я тебя жду, сюда в 12 часов утра ко мне приходи. Дуй, все, бывай.